Так, ребятки, всем привет. Гвардии Викли у нас на горизонте. Начинаем стрим. Сейчас будем смотреть сетку, смотреть, куда ворваться нам нужно. Вот, сетка, я так понимаю, уже готова. У панца. Блай против Деми Лав. Победитель со статсом, пацаны. А где у нас Блай? Что-то я не вижу Блайчика-то. Так, ну сейчас посмотрим, где там Блай. Короче, начался турик. Я даже не знал, что как бы он сегодня есть, пацаны. Поэтому приходить уже по факту сюда, короче. Вот. Ну а что делать? Так, Рианг против Джеко. Так, короче. Так, ну что, ждем Блая. Блай против Демилав. Посмотрим, короче, пока Блай... Пока Блай в этом турике бомбится, будем его смотреть. Пусть он до финала доходит. Вот. Пока Блай не зашел. Секунду отойду, ребят, погодите. Что ты бегаешь тут? Мордище. Так, все уже начинают по чуть-чуть. А я все еще жду Блая. И где же он? Где-то он идет.
Так, ребят, я здесь, извините, что без вебки. Тут щербет немножечко съем. Как перекус. Немножко глюкозы получить, потому что я сейчас с человеком урок проводил, вот. И получается, я вообще про этот турнир не знал. Я думал, что сейчас перерыв будет до 6 часов просто. А хрен там был. Здесь у нас War Divikli, и надо стримить. Так что ждем. Так, все, я здесь, ребят. Надо чайку сделать будет. А то без чайку как-то не очень, ребят. Будет Риблай против Деми Лав. Резкий старт. С низкого старта сегодня я начал стрим. Просто даже не анонс, ничего не успел написать. По факту уже сейчас написал и в группе, и на сайтах. Вот. War Divikli, я даже не забыл, что он сегодня по понедельникам бывает. Потому что в прошлый раз Варди перенес его на другой день, из-за того, что понедельник там что-то не, ну, что-то проходило другое, насколько я помню. Ну, вот так вот, Блай против Демилах, в общем. Короче, ребят, давайте по игре. Здесь явный Беллингбаст от Демилав идет с одной базы. Блай прилетает, на второй хате хаты нет, но здесь ведь хата в кармане существует, в наличии. Поэтому Блай нужно быть аккуратнее.
То есть он ничего не знает о том, что происходит. Вот сейчас Линги резко стартует вперед, а Дамилав, опа, Блайв все видит. А где же Беллинги? Есть Беллинги? Нету Беллингов. Беллинги будут по факту уже морфиться. Блайв нужно срочно переселяться. Что-то Блайв пытается здесь стенки запилить. Королева вторая спускается. Да, стенку запилил, но здание тут только набирают еще. Посмотрите, ХП. Но пока Дамилав бежал, Блайв успел уже тут... Не, ну правильно реакция от Блайв, безусловно. Еще и отменяется, успевает Evolution, Блай молодец, это стопудово. Беллинги взрываются в Evolution, но у Блай Линги уже сейчас мум будет, поэтому я не знаю. Блай здесь переживать нечего, он очень четко здесь отбивается. Надо Evolution отменять, ГГ Дамилав пишет, вот это чушь. Просто, что тут еще сказать. Не прокатило у Дамилав ничего здесь. Так, это Бу-1 еще при этом всем. А, не, Бу-3 уже. Почему-то написано Бу-1, потом на Бу-3 меняется. Ну и, кстати, если Блай победит, он со Стасом будет. Со Стасом. Оппонент серьезный очень. Все, готовы все, поехали. Так, ребят, Влайчик 1-0, прошу прощения, друг мне пишет, вот. Сейчас, с которыми истории эти все приключалась.
Да, Украина, Индия. Так, у Дамила в пул первый, у Блая тоже пул первый и газ заказан. Так, с прибегая Демилав, у Блая уже есть линги, то есть он уже законтрил то, что Демилав делает. Но умудряется подраться на клике так, что просто Демилав 6 на 6 лингов дерется без потерь, а Блай 2 теряет просто. Так, ну сейчас Блая, уже у Блая плетка есть, перекапывает плетку. Он сейчас пытается Дамила Ковера разбить, не знаю. Контролит королеву под, на подшаге там атакует. Молодец, Блайчик. Блая похвалил, я Блая наверх прибежал и отдался. Сейчас, вообще, ребят, я окно закрою, а то что-то сегодня солнечно, так прямо и морозно. Мороз и солнце, день чудесный просто. Ой-ой-ой. Что-то свело. Что-то диафрагму тут. Ой-ой-ой. Что за жесть-то? Где мечевидный ответ? Отросток. Как-то прям, как будто свело что-то. Бывает такое иногда. Блин, как неприятно. Вот. Плеер пошел, ребятки, у Блайчика. 35-34. Ну, просто резко туда хоп, наклонился, согнулся. Так, овера минуснул. Здесь идут инъекции. Начинает Блай на мэне газ добывать второй армор, ой, точнее атака и муфроучем пошел. Тут же армор и маслинги от демилав играют, третью хату он занимает. Блай овера тоже, не, ну вообще как-то, в принципе, у демилав все нормально получается. У него второй эволюшн, если бы он еще сейчас 1-1 делал грейды милишные, так вообще замечательно все было. Потому что армор опережает блаевскую атаку, точнее секунда в секунду заказано, они, посмотрите, вообще... Просто, да, не меняется ничего. Вот. Ну, это значит, собаки нормально будут размениваться. Только когда роучи уже станет действительно много, что собакам не окружить их будет нормально. Они будут все атаковать, а собаки будут атаковать только часть собак. Тогда уже, конечно, Блай начнет разваливать. Но на таких средних стадиях, если Блай сейчас вперед, например, полетит роучем, Дамилав может в хлам его сгрызть. Но если Дамилав сейчас спалит своих собак, то Блай просто никуда не пойдет. Нафиг он сюда прибегает? А, он третью собирается отменить. Ну, третью отменить надо. Выходит Блай роучами. Дамилав отменяет третью хату. Блай эскейп жмет. Линги убегают. Кстати, я не знаю, что боится Дамилав. Он... А, он хочет еще группу лингов подвести сейчас. Ну, кстати, кстати, как вариант. Ну, Блай видит эту группу тоже, в принципе. Пошли роуч. Куда? Что он делает? Что он делает вообще? Роучи три халявных. Бежит, можно убить. Здесь еще группа роучи заходит.
Чему Домилав дофигища рингов, что он может и этих роучи просто в хлам сгрызть вообще. Так, дисплей делает реводжеров из роучей. Все, линги с армором, роучи с атакой, но роучим это никак не помогает. Но вот морф реводжера была, ну очень прям сильно помогает. Ну, у Демилав тоже роучи подстраиваются. Блин, ну они без атаки сейчас. Сейчас у Блая еще дотекание идет. У Блая хорошая группа скопилась здесь. Учитывая наличие реводжеров, можно фаерболить сейчас все очень хорошо здесь. Что Блая делает? Заходит в третьей катки на третьей королеву. Минус сейчас дрончик. Погибнет реводжеров, надо за спину роучим. Сейчас послать. Так, хорошо выбивает прирост. 8-9-115. Уже победа для Блая. Что-то Блая, смотрю, неплохо за Мила справляется здесь прям. Очень даже хорошо, я бы сказал. Так, один фаербол сюда кинул, три сюда. Смысл? Надо было подождать 4 сразу на овера кинуть. 122-98. Опа, подземный мув готов у Блая, он заползает сейчас. Так, у Демилав уверсир прямо в секунду, в ту, как, в которую Блай заполз, просто доморфился сейчас. Не получилось для Блая неприятно. Ну, два реводжера на халяву забрал, в принципе, Демилав, и все в порядке. Так, вайрол по оверу, овер погибнет. Нужно уйти назад. Уходит Блай назад, надо сменить направление удара, дожимать надо уже Блая Демилав, не знаю, что он тянет вообще. Рабочих много, камни пробивает Блай, реводжеров морфит из демедженных роучей. Грейды одна атака, вторую атаку Блай заказывает, Демилав 1-1, у Демилав грейдики получше, но армор не перевернет это, вообще-то. Эту битву. Здесь есть несколько роучей, они лингов спокойно отобьют вместе с королевой. Зачем, вот, зачем Блай в теме назад бежит? Ну просто, блин, что за бред вообще? Атаковать уже надо, он что-то в теме назад бежит, непонятно зачем. Дроны закопаны, дроном ничего не случится с этими дронами, блин. Только побегал только, а мог бы уже сейчас атаковать, блин, идти. Так, овер еще здесь один рядом летает. Фаерболами уничтожен моментально. Молодец, Блай, что овер их успевает забревать. Непонятные вещи сейчас. Ну как непонятные? Блай понятно все дело, пробивает рампу, просто с какой-то задержкой непонятной все происходит. Роуч ворон минус, ну сейчас проще-то продакшена роучей не будет. Получается, заходит наверх Блайчик. На флеймчики инкам. Фаерболы туда-сюда летают, в это время урыв на третью базу. Блай там роучей с подземному подхарасил, 200 в 150 приблизительно. Еще одного овера Демилав минус, ну. Надо заходить куда-то, Блай, еще он тянет время. Так, часть роучи закопал, частью заползать будет сейчас. Частью шатать со стороны второй базы. Так, сейчас 2-0 в 1-1 будет, Блай, грейды лучше станут, чем у Демилав. Ну и что, ну сюда зашел, а здесь-то чего мне одновременно не напал? Тем более плюс 2 доделался уже грейды. Пишет Демилав, он понял, что его развели. Нужно идти на Америку. Блай против Статса сейчас будет у нас матч.
Так, ну что, Блая Стасона ждем, что ли, мы, получается. Бьян против Хаша, да, Блай Стас будет сейчас. Где Стас-то здесь? Здорово, Кинг Кобрич. Нет, Димага. Димага на ладере играет, а не с этими всякими статсами бичевыми. Зачем? Почему только Блай тут, знаешь? Что-то статса нету. Так. Короче, сейчас я подойду, ребят. Так, ребят, завариваю чай, пока ждем Блая против Статса. Статса почему-то нет, но вообще корейцы не должны так косячить. Но у Статса просто не было тура предыдущего, может, его вообще в принципе нет, как бы. Ну вот, я не знаю, если честно, ребят. Вот. Пока ждем. Пока ждем.
Так, ребят, я перекусываю, пока вот он статс объявился, короче, ждем, пока почеркают, я зайду в игру.
Так, ребят, игра началась, я сейчас доедаю, ребят, просто. И через минутку где-то буду с вами, ребят, потому что турнир этот я не рассчитывал стримить, вот поэтому нужно перекусить, чтобы дальше без всяких отвлеканий действовать. Ждите. Зомби напали. Рожденные выстоят! Так, ребят, здесь улын уже от Блая, ё-моё. Прокси-хатка. Любимая блаевская, я пропускаю все просто. Линги дотекают, все дотекает, снизу все падает. На хайграунде руба 2 гейта. Есть два пилона здесь. Так, попер уверчаш, криптумур Стас на халяву убивает. Сейчас Блай отводит плеточки назад. Ну сейчас эти плеточки вперед пойдут. Как только уверчаш кончится, вот надо сразу же вперед встать, конечно. Две королевы уже, криптумор надо, новый пилить здесь обязательно Блая. Почему-то он не спешит пока этого делать, не знаю, почему. Плетки ставятся, иммортал есть, похоже 1-0. Плеточки наверх идут. Стац пытается дома отсидеться за зданиями. Есть один адепт, один иммортал. Два зилка строится. Варп не доделался. Кибернетику нужно восстанавливать. Сейчас будут плетки уже под Нексусом практически. Здесь можно атаковать будет. Королевами надо уйти нафиг отсюда. Так, прибежали линги. Заходят. Зилков сбривает, блядь. Иммортала окружает. Плеточки ставятся под пилон.
На пофиг уже Влади, что-то там вламывается прям. Но вышел второй иммортал, минус королева, два иммортала, это уже опасно. Лингов очень много Блайд теряет. И что Блайд творить-то, я не понимаю. Криптуморы вперед не ведет. Не, ну это понятно, что 1-0 уже. Ну, Блая Проксихат, вот я даже статс умудряется отлетать от Проксихат Блая до сих пор. Как это происходит, это просто удивительно вообще для меня. Так, варп у статса так и не заказан. Один иммортал, один адепт. Не, ну здесь... вот чуть бы получше, я не знаю, как начиналось. Видимо, статс вообще не видел этого пуша. То есть, если бы он чуть пораньше начал бы реагировать, если бы у него хотя бы варп в этой игре доделся, то он бы, безусловно, отбился. Но варп у него не доделся, он ГГ пишет, короче. Ну что, вторую игру ждем. Так, здорово всем. Вчера рекорд побили. 18 человек участвовало. Где? На GoFoSK, да? Ну да, ну нужно сайт этот, как я не знаю, куда его? Нужно как-то его куда-то разместить на форуме, что ли, тему запилить об этом сайте. Вот. А, второй дрон стандартную хату имитировал, ну ясно. Значит, Блай подстроился. Ну а здесь у нас, смотрите, какая карта, самая макро. Куравир поддержал ваш канал на сумму 88 рублей. Спасибо, Куравир, опять ты со своими необычными суммами. Ну, спасибо большое, ребят. Всем за поддержку.
Конечно, когда сотку рублей за победу можно получить над буржуем, будет на ГОВ-войска много людей. Походу, мне тоже надо ГОВ-войска начинать. Из фонда, да, извлекать финансовую выгоду. Вот, что ли. Так, сейчас носки шерстяные я одену. Что же Блай? Блай 3 хаты пул у нас играет. Стандартный Nexus Stargate. Ну, на такой карте прокси хату-то не впилишь нифига, поэтому так и получается. Вот. Приходит адепт, минус дрон уже раз. Выходит линга, начинает адепта бомбить. Ну, Стас очень легко линга убивает. Адепт телепортируется на дальнюю, на третью базу. Здесь начинается контроль. Сейчас Стас еще одного линга или даже парочку может минуснуть. Даже парочку. Сколько лингов-то можно отдавать, Блайч? Что ж ты делаешь-то? Адепт минуснул. Ну, еще один адепт приходит, блин. Начинает крошить рабочих. Ну, что такое-то? Где он? Не телепортируется на мейн? Так, дроны успевают спор. Королева стоит, вообще ничего не атакует. Сейчас еще одного дрона будет Стас минусовать. Неужели дрона не отвести, а? Я вот просто смотрю. Ну неужели с таким контролем, у Блая нормальный контроль, просто не отвести в бок дрона? Пришли два адепта и убили 4 дрона и 5 лингов, блин. Причем по одному. Ну по рабам 37-20 уже. 37-20. Это реальный перебор, ребята. Линги бегут вперед. Подслушано подчеркивание СПБ. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. На новый процессор, который поможет выкладывать записи видео в ВК и на YouTube чуть быстрее. Спасибо, послушанное СПБ. Не, я думаю, это от процессора навряд ли зависит, если только на совсем чуть-чуть. Это зависит уже от YouTube, как они на YouTube выкладываются, а в ВК выкладывать я просто забываю, бывает. Вот. Спасибо большое за поддержку. Записи есть и будут. Правильно, Милка, в шерстяных надо сидеть, что ли. Так, а линги прибегают с двух сторон, адепты под ударом оказываются, гейты падают. Адепт в лайф отгрызает, ну там еще два подварпилось. Грелочка прилетает, а что грелочка-то? Адептов ушатывает Блай сейчас. Пробку ушатывает. 43, нифига себе, 23,9 по боевому лимиту. Неужели Блай сейчас статься просто сгрызет так нелепо как-то? Адепт Блай пытается забрать, адептов так просто не забрать. Ну там неплохо разменивается, Рублай. Ну здесь пробки выгодно дерутся очень. Адепты прям там в такой позиции халявнейшие были сейчас. Но все равно статься больше рабочих и лимит остаться больше остается. Да что ж такое-то? Так, здесь линги еще прибегают. Вот, ну с процессором надо что-то думать, как бы. Не знаю. Пока темпами с нынешними к весне, наверное, что-нибудь придумывается, посмотрим. Хотя весна такое, предыдущие годы весна самое неденежное время обычно было, поэтому хз, что получится. Но это 1-1, ребят. Не-не-не, 5 адептов, 4 адепта, верчаж, грелка, мазеркор, это забить называется. Болт, а не пробить стенку. Надо бы было бы забить болт, но уже поздно. Так, сейчас я добавлю вас поддерживателей. Спасибо большое, пацаны. Копит блайлингов на ксилнаге, как вы видите, пока что. Атакован.
ЭГ пишет, Блай, конечно. Мелко, без шерстяных носков вообще, ну, то есть... Есть всякие там индексы благополучия, там ВВП на душу населения, всякая шляпа, короче, вообще левая в мире. Вот, комфортность проживания там в разных странах. Но если нет шерстяных носков, то это все идет похеру, короче говоря, все эти индексы. Потому что если есть шерстяные носки, то ты их одеваешь, и индексы все идут вверх, короче говоря. Вот. А Блай 1-1 и третья игра у нас на горизонте. Захожу я в игру. Обувь для шерстяных. Так, резиновые сапоги. Деревня, например. Как... Либо что-то больше чуть размером, чем нужно. Так, ну 1-1 и окраины Нью-Кирка у нас карта. Непонятно, что делает Блай. Погодите, у него есть вторая хата здесь, он третью еще около статса хочет запилить. А тут Нексус первый, говорит статс. Ну тогда что, Блай, третью ставь или пул. И... Нет, третью до пула. Если две пары носков, вообще огонь. Причем две пары одетые друг на друга. Но это совсем уже если приболел, как бы, не знаю. А так вот просто на обычные носки. Блин, ну просто реально, я... Хорошо, что они здесь есть. Потому что в обычно сидишь, обламываешься, здесь шерстяный одел. И сразу стримить приятнее. Комментарии улучшаются. Все, короче, замечательно. Привет всем, хэштег стримы. Стрим был вчера, но маленький. До этого 3 дня я не стримил. Уезжал в деревню, и все болеют дома, короче. Вот. Индекс шерстяного носка. Индекс шерстяного носка – это индекс жизненный. Так, вторую раскачивает Блай, третья тоже доделывается. Мув королева на мейне, на второй-то где королева? Ресурсов до хера. Чё Блай делает вообще? Тык вообще полный идет по всем направлениям. Все, королева заказана наконец-таки. Можно шерстяные носки поверх кроссовок одевать. Да можно не одевать кроссовки. Одеваешь шерстяные носки, берешь 2 прозрачных пакета, как бы, ну, как в магазине, которые куда овощи кладут, там, фрукты. А сверху еще обычные пакеты, как бы, целлофановые, в которых домой несут обычно, да?
И завязываешь просто на ноге их. И идешь. Спокойно. Так, Гей Твайлайт, Старкейт, Устат, Сараку вперед полетел, стеночка закрыта, Адепт Зилу, где стенки, пробочки качают. Спору Кублая ровно 0. Сейчас, ну, на мейне строится и две королевы. А две королевы, значит, они быстро Оракула бомбить будут. Пытается Стас улететь. Улетел, убил одного дрона. Все, а на второй базе вообще ни хрена нету. Ни спорки, ничего. Это куда ты по... Ё-моё, Блай, ну что за контроль вообще такой? В шерстяных носках потенция повышается. Это возможно. Возможно, ты прав, да. Так, хатка на второй Роуч Ворон, спорочка на третий, ничего угла нет, там и глефы у Стаса пошли. Минус овер, бабахчик. Сколько адептов? 8 у Стаса есть, 9 сейчас будет. Плюс зелок. Ну, сейчас он под глеф и выход будет делать. Блайоверов на карте развешено просто. Немерено, блин. Ничего не отводится. Вообще какая-то печаль. Хотя здесь королевы прикрыли. Так, королева Реведжера, какой-то пуш тут от Блая идет. Попытка, я бы сказал, пуша пока что еще не... Неполноценный пуш, Роуч на одном хп просто сейчас сваливает. Адепты приходят на мейн. Блая не может ни адептов отбить, ни в пуш пойти. Ужасно четкий тайминг сейчас был адептов. Так, ну тут не будет Стас телепортироваться. Конечно, два только телепортируются адепты Блая, ничего не сплитит. Рабы отдаются мне. Это ужасно сейчас то, что было. Ну все. А прикиньте, Блай бы раньше бы пошел бы в пуш, и только потом бы адепты бы пришли. Совершенно другой бы расклад бы был здесь. Но Блая все равно больше по лимиту, что самое удивительное. Дроны зачем-то с мейна, куда они поехали-то? Блай, ты что творишь-то? Дроны уехали почему-то, я точно не понял, почему. Так, филдов много, уверчажей много. Трансьюзами Блай королев пока что спасает. Фаерболы на филды, чтобы больше филды не блочили. Но даже если Блай третью пробьет, все равно очень хорошо. Ну, сами все видите, Стас отбивается здесь. Да, пуш серьезный был. Если бы он был вовремя, а не после того, как Блай адептов полгода выбивал, и они унизили ему экономику, то тогда бы, конечно же, бы, я думаю, что Блай бы здесь забрил бы тем пушем. Ну, так как адепты пришли, и Стас просто идеально законтрил, здесь все получается. Печаль полная в итоге. Так, третий Иммортал подходит. Адептов все новое и новое, устаться варпится. У Лая 3 юнита крестом здесь, как бы, ну, ничего не сделать будет уже. Фаерболов уворачивается стац.
Бегаем. Я уже смотрю, досматриваю, как бы, потому что там все понятно было. Вот. Что там комментировать. В общем-то, давайте посмотрим сетку. Я, точнее, посмотрю. Стац против Дрога, кстати, будет биться. Опа, Обьян с Бьялом. Обьян с Бьялом, где же они? Они похожи, что на Азии. Срочно туда я лечу. Счет проставлен. Зест против Лассира тут. Че про это, что стримит, не Так, Рианг Солар, ну это решающая игра у них была. Я, насколько вижу, Рианг вперед идет. Зест Лассира, не знаю, как там дела обстоят. Ну там на Америке стал устаться пинг смешной, поэтому я на пинг внимания не обращал здесь. Вот, Шиблай тоже на пинге играют на американском сервере. Сейчас, ребят, чайку глотну и жду следующую пару, в которую ворваться сейчас начнет самое интересное, уже самые сильные пары будут, как бы. Хотя хотелось бы, чтобы Лай дальше прошел. Ждем. Так, все, я здесь. Банису успели ворваться. Стац Дрога. Ой. Простите, это интересно, но это ПВП. А здесь ТВЗ еще какое, ребят. Великолепное. Великорректное, я бы сказал, ТВЗ. Так, Бьян Бьял. Сетки продвинулись, но они уже, видимо, играют. Рианг против Зеста или Лассира дальше. Будет интересно.
против вот этого победителя этой пары будут Innovation играть. В общем, что посмотреть есть. Ну и вероятность ТВТ в финале присутствует, как обычно, потому что есть Innovation в одной части сетки, а в другой Бьян. Так что, сами понимаете. Учитывая, как сейчас террасы разрывают всех, вероятность высокая, очень высокая. Спасибо за будь здоров, пацаны. Если б не стремился, чем, если не стремился, то чем занимался? Учителем географии был бы. Вот, и по выходным бы инкассаторов бы грабил бы, ездил бы в другие города. Ну и людей бы шатал бы еще бы так. В качестве хобби. Ну, для справедливости, блин. Всяких плохих. Сложно сказать. Ты ведь сам не можешь сказать, кем бы ты был, если бы не полуопупевшим, потому что никнеймы рандомно рождаются по ходу дела, там генерятся в голове неожиданно, без предварительного плана. Так, полетели 4 гелика в дроп. Тигр 120, к бабке не ходи. Ну ты сходи к бабке, а то вдруг на самом деле нет. Не Innovation выиграет. И что-то делать нам всем. Здесь у нас хеллбат пуш будет, плюс дроп. 4 гелика дропнулся, 4 хеллбата на мэне. Плюс одновременный врыв хеллбатов со стороны второй базы. Почему только 3, почему нечетное число, ведь геликов не погибало. Вот, пожалуйста, supply block был в какой-то момент, и все. Геликов меньше, чем нужно, подстроилось в итоге. Так, ну колбасы тут за королевой гоняются, Су тянет время как может, но против его билда оказался это просто ультимативным, то что бил, то что делает тиран сейчас, то есть он просто не готов Су отбивать колбасы в таких количествах по всем направлениям, у него роучи нет, у него только королева линги, и еще и медивак живет, ой, королева начинает гореть по чуть-чуть, королевы падают, линги приходит, королеву с флешем успел достать, как достал ТЗ. А на третьей базе выжигание идет полное вообще. Ну,
ГГ, ребят, кибани 2-1. По профессии преподаватель, учитель географии ОБЖ. Ну, так же, как бы, по профессии можно было после института, ну, там, в МЧС пойти, например, как бы. Практика у нас там была. Ну, как-то не срослось. Как-то не срослось. Рианг против Зеста. Где они? Уже начали, походу. Ай-яй-яй-яй, как я не успел. Придется Innovation Bunny, походу, смотреть нас. Другого варианта я просто не вижу здесь. Что смотреть нам? Ну что, ТВТ либо ждать, как бы, варианта других я просто не вижу. Рианг Зест начали, Бьял играют. Innovation Bunny. Видимо, придется смотреть, для другого варианта здесь не вижу. Ну, либо можно Зеста все-таки подождать немножечко. В общем, сейчас чаечек допью, пироженку съем, еще и буду врываться. Так, ну я пока на этом сервере буду, потому что это Варди ушел, я не знаю, остаться друга, что ли, стримить. В общем, буду ждать, пока здесь кто-нибудь доиграет.
Все, ребят, теперь точно уже ничего, кроме как хлеба чая, я не буду делать. Вот. Всем поэтому спасибо за внимание. Ждем чего-нибудь мы. Чего ждем, я даже не знаю. Все пары бьются сейчас, так понимаю. Так, Innovation Bunny сюда идут. А вот мы, походу, и будем смотреть. Innovation с Bunny сейчас. Сетка турнира, конечно же, есть. Я бы, конечно, посмотрел бы Бьяна Бьяла. Либо Риан Газес, но пока не в игре. Хрен зайдешь туда, а полуфиналы все равно по очереди будут, поэтому тут все нормально. Так, захожу в игру.
Так, погнали, ребятки. Так, ну здесь два газа у бани очень-очень ранних. То есть это барак факта. У Innovation через Reaper билд, но тоже два ранних газа. Здесь Reaper тоже. И тоже фактурочка. То есть ТВТ современное это такое, как вы видите, ребятки, удовольствие. То есть барак факта, Старпорт, Рейвены ранние, там с автотурельками, Банши. То есть цеху сейчас все, я замечаю, что все реже и реже играют цеху вообще первую. Почему тогда они играют с быстрого батла в ТВТ, как я любил? Может, ну, иногда этот билд бы заходил бы на самом деле. Дома там задефился. Первые разы мог бы заходить потом, как бы уже, когда все подстраиваться начинали, потому что, конечно, ничего бы не заходило, но... Поначалу это могло бы и работать, в принципе, как бы. Так, депоха тут все в туманчике у бани. Здесь у нас туманчик не контролится и на вышину. Ну, пока это и не очень-то и надо. Два рипера гелик. Здесь циклончик ожидает. Гелику наложил тут дамага. Танчик плюс малики, ну тут второй гелик, погодите. Чуть циклон какой-то поздний, знаешь, на сверхпоздний. Зато он весь баншин играет. Ну, здесь 4 марика, 4 марика плюс циклон передроп. Сейчас выйдет танчик, будет контрить все остальное тут у бани, что может к нему ворваться. В Сидже, да, даже в Сидже танк оказывается. Так, циклон плюс 4 марика, минус КСМ-ка, но минус ДПшечка сейчас и навыше, но будет. Дома Рейвен, Supply Block сейчас имеет место быть. Нужно залететь, видит бани здесь циклон, видит бани ваншу. Думаю, здесь танчик двух риперов развалил, сейчас пока запрыгивали, он, видимо, залп дал. Со второго залпа оба рипера погибли. В итоге бани дропается, я чуть не понимаю, кстати, хорошо туда летел-то, ничего не было, почему не полетел дальше? Даже прям странно как-то это все дело. Какое-то чудеса, наверное, что вокруг вот этой хрени Innovation ездит по земле, бани по воздуху просто летает. Баншу спалил, баншу бани догоняет, сейчас летит. Вперед. Так, цеха уже не грейженная, сразу же перелетает у бани. Но у него много рабов на мэне, как у Innovation. Он понимает, что надо побыстрее перелететь, перевести. Тем более, что мулом он выиграет один минерал. Это было, ну, то есть, мулы нужно кидать в те минералы, где 1000 с лишним, а нигде 900. То есть, туда будешь кидать, вместо 8-7 останется. А в чем минус К7 минералов, а не 8? Допустим, на 8 у тебя... 16 рабочих, ну, инкам идеальный приносит, да? А на 7 минералах то уже 16, из 16 2 рабочих лишних будет. То есть минералов останется столько же, да? И при этом упадет инкам, получается.
Добываться ресурсы будут медленнее, два рабочих будут, ну, не полностью бесполезны, но гораздо менее эффективны. Поэтому нужно такие моменты всегда просчитывать. Также, соответственно, выгоднее добывать три базы, а не две. То есть, чтобы на мейне гораздо медленнее ресурсы кончались. Кидать мулы все на вторую, потом на третью. То есть, тогда, допустим, у тебя 60 рабов есть на три базы. Вот, а на мейне уже кончились ресурсы. То есть, 20 рабочих, как бы, они, ну, не бесполезны, но добыча медленнее уже идет, эффективность меньше. Так, передроп от бани, два танка, циклон, марики дропаются наверх. ДПшечки под ударом, 69-77, бани-то шатают, тут и навышено, но нормально, я бы сказал. Автотурели пошли в ответку бани, какой тормоз, а, ну как так можно-то? Автотурели полгода выставляют просто, в итоге и навышено на халяву просто, блин. Автотурели наставил, но это ГГ, ребят, нифига себе бани просто выдает. А прикиньте, сразу автотурели поставил вовремя, один Рейвен даже, по-моему, не все энергию успел выкинуть. Если научно, сразу бы GG написал. Так, вторая игра. Банич 1-0. Ну что, тут там говорил Innovation, все, изи турнир. Ну еще может быть и так, но с бани уже не совсем изи получается. Все-таки бани уже ведет 1-0. Придется поднапрячься немножечко Innovation. Победить. Так, барак, рипер, реактор факта. Здесь тоже через рипера самое. Сейчас у инновейшна. Ну, инновейшна ЦЦХа. Ну, тут тоже ЦЦХа. Билды, опять же, зеркальные получаются, да?
Старпортик попер. Бани раньше старпорт. Смотрите, здесь 7 секунд, здесь 21, как бы. Побыстрее он строится. Так, про новую линейку процессоров AMD слышал только, что они должны выйти больше. Я про них ничего не слышал. Так что будем там смотреть, когда дело дойдет. До того момента, как я решу грейдануть все-таки проц. Вот. Так, тут рипер свалил, начинается контакт, в общем-то здесь бьются все очень-очень жестко. Вышел танк. Минуснулся Клосса сейчас. Упоминка идет. Не, ну хорошо, если у МД там хорошие братцы. Так, трупается бани викинга и Innovation минуснул. Здесь все еще живая минка, посмотрите, Innovation. Причем ее никак пока отбить, может, 9 секунд до скана. Марики продолжают шатать, сейчас будет скан, но тут минка за КДш как раз в этот же момент. Ох, минус 2 КСМки, 3 еще продемонжили здесь у Innovation. И опять бани в плюсе по лимиту, ребят, в абсолютном. Ну, десяточку на этой стадии, это нормальная ситуация. Здесь 2 инженерки, у бани тоже 2, уже 1-1 он заказывает, Innovation пока не заказывает. И третья цеха, что самое главное здесь есть. ЦЦНчик на третий полетел в баню уже. Innovation'а пока нету ЦЦХи. 81-80, по боевому сейчас Innovation вперед, скорее всего, выйдет, потому что у него как бы ставка на двухбазовый какой-то тайминг. Хотя откуда лимит будет больше, если у бани также работают 3 барака, хотя один только достраивается. Там на один всего лишь барак больше. Здесь также Starport и Факта работают, как, собственно, и у Innovation'а. И плюс 2 барака бани дед, у него сейчас 5 вообще бараков начнет работать. Привет, Монтрел. Так, и неплохой тут дропчик Innovation. Сбил он сейчас викинга, походу, да? Да. Сбивает бани викинга. У бани больше рабочих, у бани всего больше вообще. У Innovation делается армори. Здесь уже армори есть. Я понимаю, что бани с 2-2-то тянет вообще? Ему сейчас на 2-2 заказывать, он что-то тянет. У Innovation уже щиты доделываются, у бани только стим вообще здесь. Дропщик прям под 2 танка, они залп дают и очень больно делают. Вторая атака пошла, армор второй пока не заказан. Вот пошел армор, а где же щиты? 100-100, где? 114-121, но сейчас за счет щитов Innovation, вот и щиты пошли.
Innovation может баню убить, то есть сейчас баню не сконцентрируют весь лимит здесь на второй базе. А здесь все расплечено, танкочков часть на мэне, мариков часть на мэне. Здесь вообще что-то сиджа снимает, все непонятно. Куда так, баня вперед, баня решил позицию занять подальше. Сейчас сиджатся еще два танка. Канет Innovation, видит, что у бани 4 танка, сплит юнитов идет. Марики подходят, все новое и новое, нужно аккуратнее быть. Какой бани кривой-то, а? Куда вот он идет-то? Сейчас пошел и на вэш вперед. Бани танки оголил свои марики на щитах. Разрывают просто все. Викинги выходят, не спасают. Танчики подъезжают. 1-1, похоже, здесь. Предстоит нам счет увидеть. Потому что бани не может нормально встать мариками, чтобы они на танки не бежали на чужие, во-первых. Во-вторых, в итоге стоит за танками почему-то. И, конечно же, на щитах, на тайминге, на этом Innovation просто все разбирает. Великолепное использование грейдов своих таймингов, уникальных грейдов. Вот и в итоге мы 1-1 получим. Ну все, поехали. Завершено. Так.
Опа! Банита Рипер, смотрите, какой расторопный. Это быстрая рука дикого старкрафтовского запада была сейчас. Бани просто Рипер наказал Рипера и навычно. Здесь циклон плюс 2 Рипера. Что-то и навычно какие-то ошибки странные делает просто. Берет просто... Практически сливает Гелика сейчас своего. Пытается уехать. Домой-то он уедет. Но сейчас с циклоном Бани может дэмэдж нанести. Так, Рипер кинок, Силнаги Рипер есть у Ванища. Один залетает наверх. Залп минус Рипер. Минка жахнула сейчас. Цехи подстраиваются примерно одновременно. У Бани Рэйвен Барак Реактор Факта на лабе. Здесь то же самое примерно происходит. Вот, только чуть раньше и навышно Рэйвен будет. Так, здесь, погодите-ка, циклон захватил, но Рэйвеном Баня улетает. Автотурель выставил Баня, что-то там убил навышенную, навышен контур, автотурель просто выставил, и все окей. А, это у Бани второй уже Рэйвен получится, и навышенный, что, и навышен уже два. Ну, короче, в два Рэйвена сейчас это билд современный такой очень честный, сейчас тирана в два Рэйвена играют, не в одного. Газ на второй базе Бани как-то очень рано прям заказывает. Привет всем на СК2 ТВ, везде на всех серверах, на всех порталах. На Твиче, на Гудгейме. Innovation против Бани. Это четвертьфинал. Варди Викли получается. Бьян против Зеста. У нас один из полуфиналов будет. Бьян Биал убил 2-1. Бьян к Зесту проиграл 0-2. Ну а в этой части сетки полуфинал неизвестен. Полуфиналы по очереди будут. Так, аж целых три автотурели Бани здесь выставляет. Ну нахрен ставить так далеко от минеральной линии, тоже не понимаю. Полетали Рейн. Здесь тоже Рейвен и Инновейшновский летают. 43-4 воробам в пользу Инновейшна. Бани продолжает рабочую строить, как и его оппонент. Здесь три барака работают, здесь то же самое. Вот реактор доделся, на Старпорте реактор доделся. Знаешь, наверное, как-то все на шажочек-то пораньше, несмотря на то, что Бани газа здесь пораньше запилил, и вообще, как у него в какой-то момент хорошо все было, казалось. Так, 85-93 уже у Инновейшена. Более мид уведет, Банич опять полетает, автотуретки выставляет. Выбил, смотрите-ка, выбил щиты сейчас Грейт Инновейшену, это было прикольно. Но в это время эти же марики без щитов сюда подлетают. Стимится Бани, хорошо, что Инновейшен заметил. Вот, если бы он не заметил, то было бы, конечно, для Бани тогда хорошо, он, скорее всего, сбил бы медивак 100%. Так, засижился Ваня. Что-то по периметру танчиками. 4 аж целых танка по базам разброшены. По мейну и по второй.
Здесь попытка все дропнуться идет от Innovation. Сейчас он попытается Innovation забрать циклона и забирает. Легко достаточно здесь циклона. Вместо того, чтобы сбивать медивагба, а не сразу стараться фокусить, он подбежал сюда, дрался с мариками. Медиваки спокойно улетают. Не слабый такой дом дроп намечает баня сейчас. Ну что-то у Инновейшна тоже дропщик полетел. У него вообще почти все направления прикрыты сейчас, что самое удивительное. Так, Инновейшн видит дроп бани. Просто разгружается, полетел вперед. Скан идет от Инновейшна. В это время дроп из 4 медиваков залетает. Там сидят 16 мариков, 4 танка. А вот у бани, в отличие от Инновейшна, нифига что-то вторая не прикрыта. Причем Баня очень настырно действует, сейчас все пытается дропнуться сейчас. Innovation залетает 4 медиваками. Танчики дропаются, марики выгружаются. Снизу танк один есть, Innovation это видит, несколько мариков, если быть точным, 5 штук туда отправляет. Они спокойно все выбивают. Баня вынужден вернуться на мейн, а не полететь к Innovation. И это уже крайне печально при обороне от таких дропов. Но с автотурелями справляется здесь с обороной. Ну а в плюс Innovation дропнулся. Привет, Лосяш, привет всем. Цеха возвращается, дропщик улетел назад. И в это время выход сразу же идет основной. Здесь 6 медиваков, 2 ревена с энергией полной почти. Смотрите, ё-моё, там по 200, вообще жесть какая. Я думаю, что навряд ли Бани сможет отбиться от этого выхода Innovation. Вот тут вообще настолько много юнитов, плюс есть автотурелик очень-очень много. Но на, в лоб на 6 там танков CGT био-юнитами это тоже не вариант, и Бани-то это прекрасно понимает. Так, бегает что-то Innovation. Бани пролетает прямо на мейнке, научно. Автотуретки пошли. Их просто 8 штук. У Рейвенов было жесть. Там 8 автотуреток могут все убить. В то время Innovation просто на муви заходит к бане на мейн. КСМки падают, танчик падает. Все здесь падает нафиг. Танки еще только подъезжают, но продакшн уже уничтожен. Здесь бани дропаются к Innovation на мейн. Ну, Innovation, смотрите, на второй танчик есть с мариками прикрытый. Рейвенов есть пару с автотурельками. Просто так и не выбить ничего. Прирост, да, шатает, но Innovation гораздо быстрее баня пробивает. 70 на 140 по лимиту. Здесь все очевидно. Ну и Innovation возвращается домой, потому что сейчас отобьется и все окей будет. ДГ Баня пишет. Все-таки Innovation подтвердил свой высочайший уровень, проигрывая 0-1. Довел дело до победы. Ну что же, Бьян Зес сейчас будет у нас, видимо, этот полуфинал. Мы его-то, собственно говоря, и ждем.
Так, а что у нас сейчас? Бьянчик, да? Да. Отлично. Бьян против Зестана. А это что значит? Это значит круто. Вот что это значит. Так, ребятки, поехали, все. На секунду куда отвлекся, но это буквально секунда, время 16, начало пятого. Короче говоря, первый полуфинал Бьянзе, второй полуфинал пока что не определился, я так понимаю, но очень скоро он определится. Ну и хороший вопрос, может ли Зест такого уровня Протсу побороться с Бьяном, потому что в последнее время Протсу что-то как-то... признаться честно, слабенько с тиранами борются, и тираны их просто громят, особенно такого уровня, но...
все может быть, все может быть. Янзе, снижу Innovation против Статса либо Дрога, ну, скорее всего, это будет Статс. Ян Innovation, вероятность финала высока, конечно, но может быть я не прав. Может быть я не прав и на самом деле победит где-то какой-то паре. Не Тиранчик. Так. Адептончик пришел, пострелял чуть-чуть. Третья ЦСшечка, которую Зес сразу же спалил у Бьяна. То есть он понимает, что дьявольски просто халявят его оппоненты. Решил, что надо его с халявой-то с этой немножечко прижать. И выходит Даркшайн. То есть будет дроп Дарков с призмы 2. Гейта, правда, 2. Третий будет заказан. Заказан третий. Здесь, наверное, пилончик есть. Так, два газа на второй. Так, ну тут я смотрю, Бьян это затрепал 10 дарками, не слабо. Но рабочих Бьян, в общем-то, не потерял. Туречками не ранили, не ставятся. Еще один есть скан, здесь еще один дарк, правда, варпится. Одного здесь Бьян минуснул. Ну, на продакшне туретка нужна, конечно. Сейчас она будет готова. Дарк ничего не сделал. Еще один дарк есть. Находит уязвимое место здесь у нас здесь. Ну, надо как-то их уничтожать, этих дарков. Они на халяву депух нарезать. Сейчас реактор еще здесь может срубить. Что-то как-то Бьян здесь затерпел на дарках. 52-51 по рабам. Пользу здесь-то делается блинк и мортл. И плюс 5 гейтов добавляется. Пока Бьян сейчас восстановит реактор на бараке. Пока еще медиваков закажет. Еще сканы потратит, то есть не будет мулов. У Зеста продакшн с 8 гейтов уже будет. И у него будет иммортлов достаточно много. Сентрей у него уже много. И вообще такое ощущение, что он какой-то выход собирается сделать. КСМ-ка выезжает, экстренная пожарная бригада. Вычинивать горящую депошечку. Депошечка вычинивается. Ну зря Зест, кстати, дарков всех. А можно было сколько? Он дарков-то уже отдал. 4. Последних можно и не сливать, было архончика сделать, просто, например, и нормально бы было, по-моему.
Так, адепты доварпливаются, глеф еще нет, но сейчас будут готовы. Тимит Собьян уходит домой. Призма складывается, здесь летит вперед. Два пилончика добавляется. Бункера на рампе нету, но я не знаю, сможет ли Бьян здесь точнее продавить. В это время контрдроп от Бьяна, которому здесь совершенно не готов. А здесь минки есть. Ой-ой-ой. Это минус здесь, ребята. Мне почему-то такое ощущение складывается здесь. Вверху верчаш не помешал выстрелить. Часть гейтов отключена. Здесь заходит на ХГ. Минки жахнули так, что все без полей. КСМ-ки выводятся. Плюс один. Но здесь-то нет. Адепт против КСМ не очень эффективно. Ну и пожалуйста. Пишем ГГ, выходим. Вот такая вот одна ошибка, когда ты в лоб не продавливаешь, а дроп убивает. И можно смело выходить из игры. Двадцать две пробки здесь потерял Зес. У него, да, у него третий Нектус есть с одной стороны. Один медивак здесь умудрился убить. Ну а сталкеры-то смогут на мейн уйти? Надо чем-то посветить. А вот отсюда, да, они смогут зайти с блинком назад. Дарки приходят, ждут здесь момент, когда Бьян пойдет вперед, чтобы разводить его на скана и пытаться тем самым затянуть его атаку. Здесь третья ЦЦ-ха давным-давно, я чуть про нее даже забыл, она же давным-давно есть. Это ЦЦ-ха. Непонятное действие абсолютно от детства для меня. Просто пришел, получил демеджа сталкерами, ушел куда-то. Здесь не подсвечивают сверху, если бы я пошел бы их убивать. Вот первого мародеров там простимпачил и пару мариков, то убил бы сталкеров бы, скорее всего. Так, там у нас дарк врывается. Залп у адептом. Уничтожен дарк очень-очень быстро. В это время прилетает либератор на мейне, унижает рабов просто и ГГ пишет Зест. Один ноль бьянчик. Буянчик. Innovation Stats. Дрога, кстати, 2-1 со статсом сыграл. Молодец. Так, что там тебе, Бобёрыч, слышится? Ну что, ЦЦ-ха первая, опять же, посмотрите, у Бьяна. Что он ЦЦ-ху первую прям полюбил, этот билд вообще нереально, я смотрю. У Зеста стандартный гейт гас Нексус кибернетичка здесь строится.
Ну что ж, зовите всех сюда, ребят. Полуфиналы невероятно интересные. Зергов, правда, нету. 2 ТВП. А вот будет ли финала зеркалка или нет, хз. Но я предсказываю, что ТВТ вероятность. Очень большая в финале. Большущая прямо. Так, ну тут смотрю, адептик зашел, его три марика покрошили просто сейчас. В итоге Зест не увидел цецехи у Бьяна. Увидел мариков. Увидел ли он сколько гейтов? Вопрос тоже, кстати говоря. Нет, и точнее бараков. И бараков он точного количества не видел. То есть Зест не... Возможно, Зест сейчас до конца не осознает билд, что здесь цецеха первая была. Так, туречка у Вьяна пошла, тайминговая. Только одна на второй базе, мейн марики прикрывают. Плюс гейтос у Зеста. Ну, пробки грамотно, понятно, распределены по 16. Это абсолютный стандарт. Так, вы 3 гейта, 4 гейта, 4 гейта, это как будто какой-то, блин, под пуш будет такое ощущение, но здесь уже стимпак скоро будет готов. Так, что там такое? Так, ну что, адептики. Два адепта, два сталкера. Зест здесь прилетает, сталкеры с блинком. Ничего себе, они могут на призму блинкнуться назад, например. Могли бы. Что-то тут Бьян приходит, ребят, и просто делают какие-то тра-та-та просто. Марики отступают, пришла новая группа, они уже со щитами
Просто в разрез сейчас наносит удар. Мазеркоры падают. Роба падает. Гейтов часть закрыта вообще. Минус так. Надо сейчас на варпе юнитов принимать. Так, зелки плюс сталкеры доварпливаются у Зест. Ну, сейчас Бьян, конечно же, здесь развалится, но... По-моему, он здесь и убить вообще мог. Пошел здесь контроль, последний лимит. 95-65. Карл, как говорится. Два роба здесь сразу делать. Два. Чтобы по два колосса строить. Я, ну, не надо медлить, поэтому ни в коем случае. Но он и не медлит, он просто прироста подводит по чуть-чуть там. Плюс два барака добавляются еще. Бабах, Минка делает. Ну, я просто реально вот после того врыва я уже эту игру досматриваю. Здесь все очевидно, что это минус детства, то, что Бьян просто громит в хлам вообще оппонента своего. Приходит еще две минки, копается, он уже на уверчаш лезет здесь спокойно. Бьян, Минки, бах, трах, вообще тарарах, минус все. Если был бы лунный пинг, было бы не больше секунд, а было больше двух секунд. Так-то вообще-то, короче. Вот. А если быть точным, больше 2,5 даже. Хотя в апогее или в перигее, как бы, да, там. Вот это тоже вопрос. Нужно смотреть от этого. Ну что, Innovation Stats.
Так, что-то долго начинают. Так, пошел хост, доходим. Так, Айстачик активировал премиум на ваш канал. Одну минуту, Стасон просит, ребят, извиняюсь, сейчас читаю всякие там новости, где у нас что будет. Далее, 18.00, турнир 2 на 2, я надеюсь, что, конечно, финал кончится хотя бы часа за пол до 18.00, чтобы успеть перекусить и т.д. Потому что этот турнир я вообще стримить не планировал сегодня. Но так как он очень интересный, мы его все равно смотрим, естественно. И сейчас второй пул... А, кстати, надо переименовать. Пока я раз здесь чешу, ё-моё, надо все переименовывать уже давно было. Бьян очень быстро одолел оппонента, конечно, своего тут ничего не поделаешь. Ну, а вы помните, спасибо, Хайстек, за премиум, что нужно отключать отлоки, подписываться на премиум и поддерживать меня и мой канал, естественно. Вот, по реквизиту писания через плеер. Ну, вот раскочегариваемся на этой неделе по чуть-чуть, как бы, да, пока... Супер крупных турниров не наблюдается, но думаю, они будут появляться понемножечку, как бы. Вот. Вечером с Корсар Кап. Ну, я не знаю, Корсар Кап там рестримить, если только. Завтра Алима Лига присутствует. Турнир. 14.00 можно порестримить, как бы. Не знаю, разберемся, что стримить. Оу! Оу-оу-оу-оу-оу! Ладно. Что за завывание? А очень просто, завывание, потому что 8 числа, ребятки, в среду, уже через 2 дня, ГСЛ РО 16 начинается. Будем смотреть его, короче.
Так, горные пропары. Любой может поучаствовать. Турнир 2 на 2 для всех открыт, пацаны. Кто хочет, участвуйте. Вот. Пока что я вижу только 7 команд почему-то там. А почему там только 7 команд? Сейчас напишу, что буду стримить, короче говоря. Что мало пока команд. Участвуйте, пацаны, регистрируйтесь. 2 на 2 будет интереснее смотреть. Я думаю, может даже самому с кем-нибудь поиграть, но я вообще сейчас не играю, поэтому, ну, я слишком мертвый, мне стыдно будет. Так. Хейстек. Нет, ключи генерируют сам сайт, короче. У меня нету никаких ключей, чтобы у меня их купить, понимаешь? Как, то есть, ты можешь мне... Единственное, что ты можешь, как бы, ну... прислать мне деньги, я тебе сам куплю ключи, да, там, активируя, если тебе впадло, например. Но это получается, что комиссия, чтобы мне прислать и тебе, ну, то есть это бессмысленно абсолютно, как бы, вот. Но напоминаю, что сейчас система премиумов какая? Ты можешь прямо сейчас купить 10 ключей, активировать их прямо сейчас и 10 подряд месяцев будешь смотреть премиум. В отличие от старой системы, где потерялись премиумы, если ты больше одного активировал в месяц. То есть сейчас они все складываются, суммируются и, ну, для удобства это сделано, в общем-то, вот так вот. Так, какой счет? Здесь 0-0 пока, ребята. Предыдущая пара Бьян 2-0 Зеста разгромил, причем без шансов. Здесь Стас пока держится, прилетает медивак, дропаются минки. Две пробочки минус, но две пробочки на два залпа минок — это нормальный более-менее размен. 21 секунду строится обсер. Минка КДшится 29, но учитывая буст, будет у Стаса время, чтобы выбить эти минки. Я так полагаю. Хотя тут на грани, на самом деле, залпа. Вот. Ну, успеет обе убить. На 3 бы позже секунды вышел бы, а все одна бы, скорее всего, минка стрельнула. На 5 секунд точно 2 бы стрельнули бы. Погнали в паре, бахнем. Не, горный, я, конечно, рад. Равнинный принц и горный король — это сильная связка, но, к сожалению, пока на равнине пока, ну, нету скилла. Так что в следующий раз, возможно. Да и я постримить хочу просто. Так, 82-93. Стас пришел, тут пару мариков подрезал с твокерами, понапрягал чуточек инновейшена. Плюс один делается у инженерки сейчас. Еще в сталкера ходят туда-сюда, тролливали. Тили-тили. Одного сталкера инновейшн умудряется поймать. Колосс строится первый у Статса. Пока что нет ренжа.
Но есть зато два Иммортала, есть Guardian Shield и есть Ксилнага здесь у Протса. То есть есть Vision абсолютно полный здесь. Хорошо, что Зилка успел Статс отвести, потому что Минка его уже фокуснула. Guardian Shield у одной Сентри, не надо ее. Давайте она поля начинает регенить сейчас. 131-104 в пользу Innovation на пулемету. Двойной дроп залетает на вторую базу. 6 мародеров, 4 Марика в этом дропе. Статс реагирует, а нет, 2 Минки, 4 мародера и 4 Марика в этом дропе. Вот так вот. Вот очень важно, ребят, на такие дропы реагировать не когда уже по пилонам начали они стрелять, а тогда, когда еще разгрузка идет. Так, Колосс падает, Иммортал врубил свои поля, выжил здесь и для Статса немножечко положение спасает, но Статс не может отбить нормально, понимаете, сейчас вторую базу. В это время передроп минок еще на мейн идет, две штучки копаются. Залп сейчас будет больно, очень 8 пробок уничтожено вместе с этими, правда, где-то с другими направлениями. В это время мародеры расшатывают сталкеров. 10 пробки просто не добывают, по НКам Статс проседает очень сильно. Горы и Магомед за спиной, а Магомед с ножом. Если с калашом, тогда можно. В принципе, да? Но это онлайн. Вот в чем минус. Так. Третья цеха добывается вовсю. Так, да не, про внизу 0-0 сейчас я выставил до этого, просто я забыл счет проставить, поэтому люди и спрашивали до этого, какой счет, вот. Ну смотрите-ка, Статс-то ожил, отбился, на трех базах живет, ну правда здесь третий цеха вовсю тоже добывается, но 1-1 на 1-1, лимит боевой чуть даже больше у Протса, но рабов меньше. Но для перспектив, для Протса вот... Такая ситуация экономическая и по боевому лимиту не очень хорошая. Вот если бы Статс отколупался с меньшими потерями для экономики своей, то шансов было бы, конечно, значительно больше. Ну вот он как отколупался, так и отколупался. Так, с пилона видит медивак Статс, пролетающий сейчас к нему. А в нем 4 минки, не больше, не меньше. А 4 минки это очень опасный расклад, как вы помните. Так, обсервер... Вне ренжа скана увел Статса, хитро и навычно в это время загрузил просто медивак и вперед летит. 4 минки на мэйне тут бабах делают очень больный. Рабочих здесь немного, но, блин, 7 все равно погибает, смотрите. В это время атака от инновейшна идет с передропа. Сталкеры подступают, надо агрессивно блинкаться. 2 медивака сразу Статс забирает. Минки на мэй никто отбивать будет. Они сейчас еще раз жахнут, ведь они не будут стесняться стрелять. Еще раз сейчас. Приходят сталкеры, а минки закадешились. Статс не успел прийти. Минус обсервер, не отбить минки в итоге. Ну что вы делаете, ребята? Статс, что творишь-то? 125-154, четвертый это цеху и навышенно достроить. Не, ну тут преимущество захвачено целиком и полностью практически. Здесь мародеры гуляют. Но Статс не успел среагировать и убить. Адепту минки выбивают наконец-таки. И еще ведь одна минка осталась вон сверху. Статс не реагирует никак. Строится дестабилизатор, который может перестраховать здесь, в принципе, от био-юнитов, да, потому что этому всему нужно под либераторов есть. Дестабилизатором издалека можно пульнуть. Тройной дроп на вторую идет, это навычно. Но здесь 5 сталкеров плюс пилон, это значит с оверчажем, что один медивак 100% бы не долетал бы. Вот, а в это время призма прилетает от Статса. Куда она прилетает? Прямо на вторую базу. Давар пошел. 3 адепта, но они нормально сейчас КСМ будут бомбить. 4 минус. 5-6 КСМ еще минус.
Тут приходит биогруппа небольшая, под туреткой стас улетает, опасно, но не потерял медивак, ну, хорошо, что контр Харас небольшой предпринял, 3-3 грейды 4-й Нексус, в принципе, если до 200-200 стас доживет, шансы подраться хорошо присутствуют, очень неслабые. Так, здесь зелок заходит, видит стас, где инновейшн находится. Идут еще товар, пообсервер летит вперед. Инновейшн видит, обсервер разбивает. Опасная ситуация, конечно, опасная. Постоянные сканы идут, здесь сталкеры в районе мейна находятся. Загружается просто там 5 или 6, 5 медиваков полных. И здесь уже 7 сталкеров. Не сдержит, конечно же, этот прыв. Стас идет вперед. Инновейшн не понимает, то ли в дроп лететь, то ли куда. Здесь уверчажа 2 есть, плюс 2 фотонки. И хорошо Стас как бой принимает здесь. Но столько до хрена юнитов дропалось, что ни уверчажа, ни фотонки, ни сталкеры сдержать этого всего не могут. Стас ломится в размен уже. Но дома рассчитывает на то, что отобьется с приростом. Возможно, он и отобьется, но... В размен нужно сверхчетко идти, а Innovation-то видит весь этот размен и потенциал понимает его. 3-3 грейды ни в коем случае отдать здесь нельзя статсу. Так, дестабилизаторы стреляют. Мимо, все, молоко, все уничтожено, как статс ущербно здесь отбивается. Викинги минусуют третий, Нексус. В это время статс приходит на вторую базу к Innovation-у. Либераторов пофукусил. Еще один остался, сколько же дэмэджа-то он там наносит. Чудом статс убивает его. Колоссы жгут хорошо, по лимиту, по боевому статс уже проседает. Нету потенциала, чтобы либераторов всех убить просто в лоб сейчас. И дома не может отбиться статс. Викинги унижают, би унижают. Сталкеры под викингами варпятся, бонус дэмэдж по механике. Ресурсов до хера, а варпа нет. 1-0 на выше, нам близко было, близко. Так, очень яркое солнце. Вторую карту ждем. Ну что, ребят, 1-0 Innovation.
Ну что, Бьянчик уже в финале ждет. А Innovation против Статса 1-0 ведет. Ну, Статса Гейт, Гаснекс, Кибернетка. Здесь Рипер ЦЦХ. Факта. ЦЦ-шечка пошла. Риперочек строится. Все стандартно. Второй пилон устаться. Там, где Рипер запрыгнуть может. Вот здесь вот слоу граунда. Может быть, его верчажем получится словить как-нибудь. Привет, Синец, ребят. Рипер летает, летал на мейне. Его наказали адепты сейчас только что устаться. Он ничего абсолютно не убил. Это не очень хорошее использование Рипера. А здесь Twilight Robo у нас билд. Будет ли дроп дарков? Не знаю. Или будет это блинк? Посмотрим сейчас. Здесь реактор Марики, Старпорт. Медивак и Минка строятся. Так, взял медивак, полетел. Две миночки полетели, дропаться. Так, ну поразменил здесь, пробку подрезал, адепта подрезал, Innovation. Но я бы сказал, что это прям не супер какой-то дэмэдж. Это, ну это стандартный размен абсолютно. Рабочие покатались, там пару юнитов погибло. То есть, ничего тиран особого не сделал. Но, в принципе, как бы это и не в минус тирану, потому что просто дэмэдж получил, да. И тиран ничего, кроме минки, не потерял. То есть, если тут такая ситуация, тирану практически всегда выгодно это делать. Даже когда Протус с рабочими тупо катается, это тирану не в минус. А Протусу нужно напрягаться. То есть, если Протус косичнет и Минка долбанет рабочий слишком много, то будет очень больно и очень печально. Все. Так, Минка на мэне есть. Ну, тут реакция отстаться. Оверчаж, Минка минус. Семьдесят четыре, 67 пулемет, третий Нексус попер, медивак улетает. Ну, с двух баз будет выход. Сейчас тираны очень полюбили такую тему. Плюс связка био, плюс пара танков, плюс минки, плюс еще либераторы в перспективе. Он сейчас просто слишком жесткий этот. Поэтому и хотят минки обрезать там, и не только минки. Жизнь за Айю.
Так, ну колосик устаться, плюс есть пара сталкеров. Две минки прилетают, Стим. Танчиком долбит и на вышь именно в колоса. По имморталам прилетело пару залпов. Имморталы же выпка. Надо танчик второй подвести. Кстати, вот по-моему здесь, вот с этой позиции, не достает ли танк до минеральной линии? Ну, до пилона точно он достает, смотрите. По-моему, вот отсюда танк изи до минеральной достанет линию. Понятно, что инновейшн лично для меня делается сейчас. Камни пробиваются. Еще ближе один танчик раскладывается. Вот здесь. Может быть не достает, но визуально вылет кого-то может достать. А, даже здесь достает, да. А, вот, вот этот достает для минерала до этого. А с этой позиции, мне кажется, вот до вот этого дальнего внутрь достанет. Так, в это время двойной дроп полетел на мейн. Здесь есть уверчажи. И на вейш прекрасно видит, улетает. Две минки есть на третьей базе сейчас. Так, Мариков группа дропается там на мейн. Снизу, сверху. Сверху можно забрать. Иммортал пытается танки минуснуть, ничего не получается. Сплит хороший, автоматически получается. Это хороший сплит. Почему? Потому что часть юнитов здесь, часть здесь. Все они растянулись, их не так уж много. И дрались идеально, то есть минимизировав сплэш колосса и минимизировав ущерб, соответственно, себе. Вот, и продолжается давление. Innovation там третью уже занял цеху. При этом всем разводка на третий Никс идет. Почти же supply блок устаться сейчас. В это время на вторую дроп либераторы перекрыли все наглухо. На две минки Innovation статса выманил. Ё-моё, минус два юнита, остальные сплэшем дэм уже получили. Либераторов уже понерфили. Они уже 75, а не 85 наносят дэмэджа, если что. Вот. Но это не спасает статса вообще ни разу, как бы, как вы видите. Это ГГ, это разгром. Пьяный на вышину в очередной раз финал ТВТ на этих турнирах еженедельных ждем. Может на GSL или кто-нибудь в РО-16, конечно, покажет нам, как биться из процессов. Так, ну что, Beyond Innovation. Финальчик ждем. Переименовываю все.
Так. Все, готовые карты подчеркали уже, пацаны, отлично. Всем здорово вам, ребятки, кто недавно присоединился. Смотрим игру и радуемся. Ну что, был 5 Innovation Beyond, погнали. Улучшение командного центра завершено. Так, ну все, ребят, финальчик, не отвлекаюсь там. Так, ну тут. Геннадий активировал премиум на ваш канал. Так, Геннадию, спасибо. Рипер от Innovation полетел. Куда? Как-то он хитро облетает сейчас. Ну, чтоб не встретить никаких юнитов бьяновских. На рабочих на парочку Innovation уже больше, чем у Бьяна. Здесь циклон плюс 4 Марика от Innovation прилетает. Бьян это видит прекрасно. И
Innovation сразу же улетает. В это время дропчик и от Innovation прилетел. Причем он танк выпиливает практически моментально. Бьяна, точнее, дропчик. Он выпиливает танк Innovation. Ну, в итоге как-то разменялись здесь без особых сверхуспехов, да? Что с одной, что с другой стороны. Бьяну БДПуху очень не помешало бы, конечно. Это он сделает обязательно. Да, погодите, а это как произошло? Возвращался Бьян и на ровном месте просто отдал сейчас свой медивак на Мариках и Циклоне. Что за чушь вообще? Как это могло произойти? Я даже не понял. Ну, Innovation все хорошо, кроме того, что у Бьяна сэшечка на лоу-граунде, у Innovation на хай-граунде, да? То есть в этом есть небольшой плюсик для Бьяна, как бы, но он реально небольшой. Так, Циклон плюс Марики дропаются. Автотурель выманил Innovation. Сейчас понимал, что с автотурелью бодаться нет смысла, улетел. Так, Рипер минусончик. И выход от Innovation идет, смотрите-ка. Причем у Бьяна нет танка, у него два Рейвена без энергии, у Innovation с энергией. Нужно заходить просто Innovation и ставить точку в этой игре, просто здесь и сейчас. Так, спускается Бьян. Автотурели с одной и с другой стороны выставлены. По танчику фокус идет просто жесткий сейчас. Танчик отфокусил Innovation. Похоже, это похоже на 1-0 в его пользу. Что-то уж больно жестко он разносит Бьяна сейчас. ЦЦ-щика падает, это ГГ. Вот вам это вот это. Вот насколько Innovation не ошибался-то до этого выхода. Он этим медиваком, казалось, ничего не убил, но он ни Марика не отдал из него, насколько вы внимание обратили. ДПшечку продемжил, там Марика там одного забрал, туда полетел, сюда. Зато у Рейвенов энергию выманил, там отвлек, здесь отвлек. Сбил медивак, ну это Бьян как-то затупил. Как так возвращался он прям через Innovation юнитов, я даже не понял. Я думаю, так однокалично быть не должно. Хотя, когда Innovation обороты набирает, все может быть, ребят, сами понимаете. Так, ребятки,
Ну что же, 1-0 Инна. Инна, говорит он Бьяну в первой игре. Что Бьян на это ответит? Так, ты как стримишь? Вообще неделю не видел. Ну, ты почаще заходи на Good Game, пошире открывай глаза, и ты почаще это увидишь вообще. Вот. Привет, МС Кречу. Ой, НБИАН минус Рипса начинает эту игру с минус Рипера. Крайне неприятный момент. Вот, ну здесь минка копает. Так, заходит Бьян. Минку запалил сейчас. Так, одного Рипера все-таки минус. Ну, там Марик идет полудохлый, блин. А Марик это не хочет Бьян забрать? Мне вот интересен вопрос здесь. Простите, Innovation. Нет, не хочет он забрать его. Innovation уже ЦЦшечка, здесь все добывается спокойно. Циклон Рейвен. Так. Наши КСМ атакованы. Так, Сценчик у нас на второй базе, ребята. Автотурели. Два циклона, минус циклончик оппонент своему. Если захватить удастся сейчас медивак, то он точно не выживет. Но не успевает на вышен захватить его. Зато видит его прекрасно сейчас Рейвеном этот медивак Innovation, и прилетает Викинг, минусует медивак, неприятно абсолютно. Викинг Innovation опять в плюс для себя, начинает все эти потери просто, 350-850. Так, не, очень неаккуратно Викинг Innovation здесь бой принял, я вам скажу. Автотурель очень сильно Бьяну помогла. Два циклона сейчас на халяву Innovation забрал. Практически на халяву. То есть, если бы Innovation не наглел и так бы на оклике бы в пол не топил бы, то он просто мог бы уехать. Никакая автотурель бы там не помогла бы Бьяну просто. Опа. Опа. А это что такое? Не понял вообще. Так. Не понял, это Варди, что ли, тоже дропало? Меня почему-то дропало сейчас, но я в игре остался, а Варди вышел. То есть, может быть, это Варди на самом деле дропало, я, в общем-то, не понял, ребят. Но я онлайн, как бы, значит, это не с моей стороны проблемы, короче говоря. Так, здесь автотурелечки от Innovation шатают.
Так, сейчас солнце уже сядет, отлично. Ну вообще, байфит, я по поводу недели, а не неделя, три дня не стрим, потому что я к дедушке в деревню ездил, на выходных дома сидел, у меня вся семья болела, вот. В общем-то, в итоге на Варде спросить, кого дропало, кого не дропало. Это опять Battle.net шалит, причем у меня даже пинг не прыгал, что самое интересное. Так, автотурель очередная, это навычно. 99 на 112 по лимиту. Наступает и навышен буст. Буст медиваком. А это что за херь, короче? Какая-то красная шляпа у меня вылезает. Что это значит, вообще не понимаю. Вы видели вот эту хрень? Это я даже иногда такой значок вылазит, но что это означает, я понятия вообще не имею. Здесь все прикрыто, наверное, 130 на 99. Заходит в тыл к Бьяну сейчас. Щиты будут через пару реально секунд готовы. Но пока щитов нет. Ой-ой-ой, как автотурили здесь. Зарешали жестко. Медивайки пытался и на вышну отвести. Блин, сейчас четко Бьян с Ревеном отбился, короче. Очень четко. И еще от Бьяна и медивак летит вперед. То есть... Нужно и на вышку как-то побыстрее здесь соображать. Идеально было бы, конечно, вот это все сейчас сиджить и напасть просто всеми на оклики до готовности, соответственно, щитов у Бьяна, что и на вышку не сделал, между прочим. То есть он напал и разгромил Бьяна в очередной раз, но щиты уже доделались, правда. Так, здесь два танчика дропаются. Увидел сейчас Innovation, то, что Бьян еще два танка задропнул. Два Рейвена висят, можно автотурелями шатать людей. Здесь прирост есть. Innovation идет вперед, Бьян загружается, в дроп пойдет. Но если Innovation быстрее нападет сейчас на Бьяна, на вторую базу, а пока Бьян здесь через шифт там облетает полгода, Innovation быстрее нападет, скорее всего. Вот. Так, стимится Innovation, идет вперед. Бьян почему-то там полгода вообще соображает, что уже ему сделать сейчас. Возвращается домой своими медиваками. Так, танчики всиджатся у Innovation. Он просто блочит сейчас вторую базу. Автотурели моментально выносят танк. И пока Бьян там летает, Innovation ставит точку фактически в этой игре. Потому что Бьяну надо в размен, наверное, было лететь. Ну как он уже? Что он здесь уже теперь сможет сделать? По факту подраться, да это не бессмысленно вообще. Сзади дроп в тыл идет, но этот дроп не спасет сейчас Бьяна, это факт. Да, он здесь еле-еле, может быть, даже не отобьется, смотрите. Даже не отбился, и навычно маленькие там сражаются просто очень-очень жестко.
Гварди, говорит, у него тоже бывает, ну, хрень, я неправильно выразился, я написал, у меня был отсчет, типа, как бы, этот, у меня не был не отсчет, а менюшка дропа, как бы, отсчет это как аут другого дропа, это вообще, ну, он понял, как бы, в общем-то, о чем речь идет. Одну минутку, Гварди просит. Так, ну 2-0 Innovation повел, возможно, вообще 3-0 здесь будет счет, потому что как-то вроде бы Ян играет достаточно круто, вот. Так, ну что, 2-0 Innovation, третья игра, погнали. Улучшение командного центра завершено. Здорово, Акирыч, ребят, всем привет. Ну что же, тут в центре бой. Я пропустил все, читаю там инфу. В 18.00 турнир 2-2 на Good Game, он есть на главной странице. Ребят, кто хочет поучаствовать, участвуйте обязательно. Вот, если сейчас будет каких-то 20-30 минут,
на то, чтобы мне перекусить. Как бы я тогда прерву стрим на как раз минут на 20, лет другой, и вернусь уже 18.00 на 2:00. Вот. Как-то так. Этот турнир неожиданно выплыл просто сегодня. То есть я пришел-то пораньше, там с человеком урок был. Вот он меня просил давно, все, то я в деревню уеду, уехал, то у меня все заболели просто дома резко, все никак было сегодня. Я думал, что до 18 я буду свободен, а нет. Варди мне, молодец, Варди, спасибо ему большое. Отписал в скайп, что будет турик, как бы, и вот мы его смотрим, соответственно. Ну, как обычно, интересно, как обычно, масса корейцев самых топовых, но почему-то уже, я не знаю, какой раз, финал ТВТ, блин. Я надеюсь, на ГСЛ такого не будет, конечно. Хотя вполне может быть. Но просто на еженедельных туриках не стараются там по расам подстроить сетку, да, чтобы там ровно было балансно. Вот. А там-то стараются, поэтому там может быть все по-другому. Ну что же, Бьян пытается подпушить сейчас оппонента своего. Есть танк, два гелика, марики. А у Инавышина нечем на танк ответить, к сожалению. Танчик сиджится. С разных направлений идет атака сейчас от Инавышина. Автотурель раз, автотурель два. Нужно идти вперед. Идет вперед сейчас. Инавыш пытается танк пробрить. Танчик пробривает, да. И здесь выходит танк у самого. И все, он без опасности сейчас абсолютно у Бьяна. Есть Ревена у Бьяна? Нету Ревенов у Бьяна. А это сами понимаете, что значит. То, что... Сейчас они будут копить энергию и размениваться в итоге. Плюс, безусловно, для Innovation. Возможно, Бьян еще попытку сейчас будет предпринимать для атаки. Так, с Рейвена две штучки дома, пока энергии много не накопилось. Плюс Innovation, видимо, боится еще одной атаки. А ведь она идет, еще одна атака. Ах, турели две сразу штучки выставляет у нас. Хорошо, как еще успевает фокусить. Не просто стрелять в Рипера, а фокусить именно в танчик. А это что за ПК-тушки вообще непонятные? Ага, пацаны-то едут, я еще не понял. Такой пачки, 5 рабочих. Это какой-то мисклик от Бьяна, вообще непонятно. Сейчас у него подобыча просядет вообще. У Innovation уже лимита больше. У Innovation абсолютно нормально работают 3 барака. Ну, дефолтная, да, как бы стандартный билд абсолютно. Вот. Кончаются. Ну, вот этот, по-моему, успел 30-ку принести, хотя я не уверен, успел или нет. Бьян третью цеху ставит. Innovation чуточку раньше Steam будет, чем у Бьяна. Что там у нас, кстати говоря, Рейвены? Вот, Рейвены залетают, можно третью цеху отменить. Ну, та только одна КСМ-ка погибнет и нажмет эскейп. Бьян, соответственно, ЦЦ-шечку отменит, потеряет сотку на... строительстве ЦЦ-шечки. Но я думаю, что Innovation будет залетать скорее на вторую базу автотурельки сейчас выставлять, чем ЦЦ будет пытаться отменить. Великолепная реакция со стороны Бьяна сейчас на автотурель. Приходят марики. Вторая, две еще автотурели против мариков. Нормально покрошили там несколько товарищей морпехов. Вот, в это время разгружается Innovation, у него делаются щиты, плюс один сейчас будет готов грейд. А у Бьяна стима даже нет до сих пор, что самое интересное. Рейвены висят между второй и третьей базой, у одного сейчас 50 энергии уже через несколько секунд будет. Конечно, ошибочки от Innovation. Ну, тут пару мариков он лишних потерял. Неприятно, ничего страшного. Так, автотурели. Здесь опять мариков покрошили. КСМ-ок несколько Innovation забирает еще.
6 в общей сложности Бьян потерял. 120 на 109 по лимиту. В это время какие-то Мариков перестрелки тут на карте. Ну и навышно щиты. У навышно вообще все замечательно. А Бьяну-то можно было предположить, что это будет дроп. Но нет, это не будет дроп. Почему? Потому что здесь 2 медивака всего. Здесь только танки в них влезут без био. Если было бы 4 медивака, можно резкий просто дроп было бы сейчас сделать. Попытаться Бьяну к Innovation. Скан идет. Ой, как Бьян вовремя заходит. Innovation возвращается назад. Разгружает своими танчиками плюс мариками. Есть танки в сич. Бьян пытается крампик мейну пройти. Ну, никуда не пройдет. Куч вовремя Innovation вернулся. Но у Бьян это третий ЦЦ уже делает. Смотрите. Innovation с разных сторон выдвигает сейчас со второй базы. Марики громят танчики. Все здесь выбивают. Еще и медивак 2 марика пришли, убили. Блин, вот как Innovation умеет позицию занять, конечно. Как он все круто умеет сделать. Это ж просто жесть. И не отказывается от своих планов дропа. Не отказывается. Полетел вперед. И здесь ничего не контролит у Бьяна это направление, кроме Викинга, который вообще не видит на этом расстоянии ничего. Автотурели на третью. В это время Бьян стимится к Innovation, врывается, в то время как просто гигантский дроп залетает. С 6 танками. Жесть-то какая. 6 танков, это реально много. Здесь, правда, Бьян... Ой, Бьян громит Innovation. На второй базе ЦЦ-шечка сейчас упадет. Прироста здесь нет. Если бы Innovation был более внимательным, он сейчас танк бы защищал, плюс прирост мариков, и было все нормально. В это время ЦЦ-шечка на мейне падает у Бьяна. Ну, и Innovation-то тоже ЦЦ-шечка сейчас на вторую упадет, скорее всего, да? Так и есть. Для Innovation это как-то более, по-моему, дэмэдж жесткий, чем для Бьяна. У меня такое ощущение складывается. Потому что не то, что складывается, не ощущение, а это логично. Потому что здесь две ЦЦ-хи осталось. Ну, забуксовала Innovation атаку. Он дал Бьяну танчик подостроить сейчас просто и... Вот эффект, как вы видите. Но лимита больше боевого, и в целом еще и бараки падают, что самое главное. В это время Бьян контролит Innovation мейн. Сканет, видит Бьян, что нет третьей базы. Прилетает ой-ой-ой, Либератор прилетел. Либератора надо прикрыть. Симпачится Innovation, идет вперед, сплит великолепный. Есть Рейвен с 50 энергией рядом. Находится он прямо с Innovation юнитами. Еще так, Рейвен у Бьяна раскладывается. Но он ничего здесь не перекрывает абсолютно. Innovation понемножечку, по чуть-чуть выдавливает сейчас оппонентство. Рейвена надо сбрить, Рейвен прям под танки. Что ж такое, автотурель надо ставить, марики стимятся. Так, там танчики автотурельку выносят, Рейвен падает. Но Бьяна приходит марики и разбирает Innovation в итоге здесь. По лимиту у Бьяна Innovation меньше становится уже. У него рабочих больше, БУ меньше. На ЦЦХа на вторую перелетает базу. Но посмотрите, сколько медиваков у Innovation. Ну, у Бьяна 5 тоже, у Innovation 8 есть. Ну, как-то я не знаю. Здесь ситуация по боевому лимиту в пользу, да, Бьяна, как бы, но у него сейчас продакшн немного боевого. Если Innovation умудрится сейчас грамотно подраться. А, ну у Бьяна 2-1 био, в 1-1 био у Innovation. Это ГГ, одну карту Бьян берет все-таки.
что, ждем следующую игру. Что-то не начинается пока игра, но ждем. Ждем начала, ребят. Так, что-то ни хрена не начинается.
Так. Секунду, ребят, что-то темень вообще наступила. А, солнце село. А тут и братан шерстяной на диванчике-то отдыхает. Очень долго не на диванчике, на подоконнике. Очень долго начинали. Я даже не знаю, успею ли я перерыв сделать. Возможно, я и ни хрена не успею сделать. Так, ну 2-1, Innovation все еще ведет, но если Бьян сейчас берет карту, то счет 2-2 становится, очевидно, да, как бы, абсолютно. Поехали. СМ готов. СМ готов. Короче, ребят. Улучшение командного центра завершено. Так, Азинотка, привет всем на Твиче. Какая-то активность высокая, смотрю. Вот, Innovation норм летит. Но у него были периоды спадов, но сейчас это... Один из лучших, если не лучший игрок в мире. А и противостоит ему чемпион Близкона последнего. То бишь самого главного турнира в StarCraft. Самого главного, выигравший $200 000 на нем. Вот, и чемпион GSL в том числе, как и Innovation, так и Бьян. Короче, это одни из лучших игроков в мире и на данный момент в том числе. Вот. Давайте смотреть. Короче, WebNZQ пишет, что команд очень мало в 2 на 2 турнирчики, ребят. Поэтому перенесем его, точнее он перенесет, как бы. Но я, в принципе, не против, потому что я как раз перерыв хотел сделать на 19.00, а в 19.00 продолжим с 2 на 2. Все равно люди пока с работы доедут, как раз-таки вот уже в 19.00 смогут смотреть. А я как пока покушаю, вот, и ну, уже будем готовы к турику. Короче... ребят, я вам скину ссылочку на турнир 2 на 2, регистрируйтесь обязательно здесь и участвуйте в 2 на 2 турике. А пока продолжение финала. Бьян против Innovation. Ведет Innovation 2-1. Ну, Бьян предыдущую игру выиграл. Мне не сказать, что уверен, здесь все игры близкие, очень прям близкие, но... Тем не менее, первые два Innovation прям как-то сверхчетко провел. И вот опять же дроп от Innovation по марикам, как же больно жахнула минка сейчас, но КСМ-ки затанкуют, и в итоге Innovation вынужден улететь на вторую базу, но он 5 рабочих уже оппонент ему сбривает, но ЦЦ-щик-то у него строится, поэтому только-только, поэтому 5 рабочих может быть и недостаточно для того, чтобы здесь какую-то заполучить прям серьезнейшее преимущество. Передроп идет на мейн. А почему Бьян не сканет? Ведь минка сейчас за кулдаунится. И он разве этого не понимает сейчас, что ли?
Ой, какой залп по марикам. Три марика как с куста сейчас просто пробиваются. Танчик в Сиджи, ну где-то вдалеке вообще. Одним дропом унизил 10 рабочих. Танчик в Сиджи. Я не понимаю, как Бьян такого уровня игрок допустил вообще вот то, что сейчас происходит, ребят. Кстати, возможно, на кибетике даже ставочки были на вот это все дело. Кому интересно, следите обязательно за такими моментами. Вот как ставочки. Нет, сегодня ничего не было, я не предупредил, и никто не знал, видимо. Хотя на финал-то могли бы запилить. Здесь, конечно, противостояние такое, что надо. Ну, в итоге Innovation подропал. Смотрите, какой он дэмэдж нанес. Экономики именно. 10 рабочих он убил оппоненту. Но при этом билд-то у Innovation был какой? С более поздней ЦЦХ, и Бьяна все равно больше по лимиту. Но у Бьяна, обратите внимание сейчас, у него... Только лава ставится, у Innovation уже стимпак делается и плюс 2 барака добавляется. То есть за счет продакшена боевых юнитов он сейчас вперед может выйти. Так, в это время Рейвен на мейн забирается залетать. А Рейвен залетел на вторую с 2 автотурелями, плюс медивак с 3 мариками так сидит. А на мейне чего? А на мейне сейчас будут отменены, блин, инженерки. Вот что там будет происходить. Так, 2 КСМки уничтожено. Вот сейчас уже 70-58 по лимиту в пользу Innovation. Прям Бьян как бы выглядит не то чтобы как-то слабо, но он выглядит как будто бы беспомощным против того, что делает Innovation. То есть он уверенно делает билд, он видит маленькую лазеечку, но он из этой маленькой лазеечки добывает большое просто преимущество очень. Да, Innovation, конечно, сейчас вот у него настолько на форму набрал, что я даже не знаю, какой игрок его может остановить на том же GSL. Но есть, правда, те, кто редко очень играют такие турниры, как мы смотрим. Такие, как Dark, Zerg и не только. То есть, она GSL второй группы. Возможно, кстати, она в пятницу даже вот в эту будет. Или в субботу. В субботу, по-моему, проход. Блин, ну в субботу в 7 утра. Если та группа будет в субботу в 7 утра, будет не очень, конечно. Потому что там группа, где все СК Телекомовцы собрал Dark, Innovation, Classic и Су. Просто группа смерти, и из которой могли бы выйти все вообще они. Из других групп, в смысле, они все могли бы выйти. .112.78. Идет вперед Innovation. 64.35 по лимиту. Третья ЦЦшечка. Ну, в общем-то, тут еженедельный турнир. Понятное дело, что такие турниры не приоритет для таких игроков сильнейших, как Бьяна и Innovation. Но все-таки они играют, и это лишний заработок и лишняя тренировка. Говорю. То есть, все играют в полную силу здесь. Может быть, какие-то, если у них есть секретные билды, правда, они их не палят. Как вариант. Так, Innovation, если бы он сейчас подсветил бы, стимпак бы не доделался у Бьяна бы. А он и так, судя по всему, не доделался в последнюю секунду, и барак упал. Это чудо просто, что сейчас Бьян стим доделал. Ну, посмотрите, разница по лимиту 40 и 74-28 боевые. У Innovation доделываются щиты. И сейчас с этими щитами он просто ворвется на мейн. И начнет ломать просто кабину оппоненту. Ему еще здесь 4 автотурели. Нет, это 3-1 стопроцентный расклад. Даже и не надо гадать. ДГ. Какой-то просто разгром, ребята. Просто разгром. Вернусь сейчас вам без задержки на несколько минут.